Я постараюсь вложиться в время, которое дано. Заметили, что мы, люди на земле, нам никогда не хватает времени, да? Мы всегда куда-то спешим, торопимся. Но у Бога один день, как тысячи лет. Да? Я думаю, одна минута у Бога, как 100 наших часов. Вот так. Тема моей проповеди, я хочу назвать ее так, «Природный житель». Я обращусь к тексту Священного Писания, это записано в книге «Исход». Немножко с вами порассуждать и поговорить о том, что у нас есть. Книга «Исход». Глава 23, 20 стих. И ниже я зачитаю. Это обетование, которое Бог говорит израильскому народу в отношении ханаанской земли. Туда, куда Бог обещал израильского народа вести. И на этом тексте я буду основывать свое слово. «Вот я посылаю пред тобой ангела хранить тебя на пути, ввести тебя в то место, которое я приготовил. Блюди себя пред лицем его и слушай глаз его, не упорствуй против него, потому что он не простит греха вашего, ибо имя мое в нем. Если ты будешь слушать глаза его и исполнять все, что скажу, то врагом буду врагов твоих и противников противников твоих. Когда пойдет пред тобой ангел мой и поведет тебя к Амореям, Хеттеям, Фересеям, Хеннеям, Ефеям, Ефусеям и истреблю их, то не поклоняйся богам их и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их. Служите Господу Богу вашему, и Он благословит хлеб твой, воду твою, и отращет вас болезни. Не будет прежде время рождающих бесплодных в земле твоей, число дней твоих сделаю полным. Ужас мой пошлю пред тобою, и в смущение приведу всякий народ, к которому ты придешь, и будут обращать тебе тыл всех врагов твоих. Пошлю пред тобою шершни, и они погонят от лица твоего Ефеев, Ханеев и Хеттеев». И 29 стишок. «Не выгоню их от лица твоего в один год, чтобы земля не сделалась пуста и не умножились против тебя звери полевые. Мало-помалу буду прогонять их от тебя, доколе ты не размножишься и не возьмешь во владение земли сей. Проведу пределы твои от моря Черного до моря Филистимского и от пустыни до реки, ибо предам в руки ваши жителей всей земли и прогонишь их от лица твоего». 32 стишок, хочу обратить внимание. «Не заключай союза ни с ними, ни с богами их. Не должны они жить в земле твоей, чтобы они не ввели тебя в грех против меня, ибо если ты будешь служить богам их, то это будет тебе сетью». Такое, я думаю, для нас, человеков, самое приятное благословение, которое Господь мог бы сказать для каждого из нас. Вы согласны? Есть у тебя противники, значит, они будут противниками Божьими. Если ты будешь слушать голос мой, значит, я тебе дам полноту дней, которые определил. Вот хорошее обетование, а что еще нужно человеку? И Бог предупреждает, что говорит, когда я тебя введу в эту землю, прогоню эти народы, ты ни с кем из них не должен заключать союза. И богам их не поклоняться. Все ты должен разрушить. Только единственное, что прошу тебя, слушай голос мой. И Господь говорит очень интересную вещь. Он говорит, что в один год я не изгоню их. Потому что причина была, да? Он говорит, если я изгоню за один год, то значит против вас усилится зверь полевые. Будут приходить звери вас и будут уничтожать. Я, говорит, не сделаю это, а буду постепенно, год за годом, днем за днем, чтобы вы умножились и овладели всей землей. Такое прекрасное обетование. И вроде бы все хорошо. Был Моисей, народ служил, стал Иисус Навин. И очень интересные вещи записаны в книге Судей.
Хочу обратиться. Книга Судей, 27 глава, 1 стишок. Это когда был раздел земли, Иисус, наверное, определил каждому свой участок, колену. И каждый, мы понимаем, да, что Бог не сказал израильскому народу, что я тебе даю землю, и ты больше ничего к этому не прилагай. Было бы неплохо для них. Но Бог пообещал, что даст эту землю, будет воевать с израильским народом. Поэтому Израилю нужно было не только, что там Иисус, наверное, распределил эту землю, но нужно было Израилю ее что? Завоевать, завладеть. То есть этих природных жителей нужно было изгнать. И вот написано так. 27 стишок. Первая книга Судей, первая глава. И Манассия не выгнал жителей Бесама и зависящих от него городов. Фанаха, зависящих от него, жителей Дора, зависящих от него городов, жителей Ифлеема и зависящих от него городов, жителей Мегидла и зависящих от него городов. И остались хананеи жить земли сей. 30 стишок. И Завулон не изгнал жителей Кетрона и жителей Наглова, и жителей Хананея среди их, и платили им дань. 31. И Ассир не изгнал жителей Ока и жителей Сидона, и жил Ассир среди Хананеев, жителей земли той, ибо не изгнал их. 33 стишок. И Нефалим не изгнал. И 35 стих говорит, и остались Амореи жить на горе Херес, и Айлоне, и Шаавине. Но рука сынов Иосифа одолела Амореев, и сделались они данниками им. Пределы Амореев от возвышенности Акрим и от селы простирались и далее. И вторая глава говорит так. И пришел ангел Господень из Галгала в Бахим и сказал... Я вывел вас из Египта, вел вас в землю, о которой клялся отцам вашим, дать вам. И сказал я, не нарушу завета моего с вами вовек, и вы не вступаете в союз с жителем земли сей. Жертвенник их разрушьте, но вы не послушали с глаза моего, чтобы, что вы это сделали. И потому говорю я, не изгоню их от вас, и будут они вам петлей, и бои будут для вас сетью. Когда ангел Господень сказал слова сии всем сынам Израиля, то народ поднял громкий вопль и заплакал. От сего называют то место Бахим, то принесли они жертву Господу. Вот такое повествование Слово Божие говорит. Вначале я зачитал, что Господь сказал, что слушайте гласа моего. Я вам даю эту землю этих народностей, которые заселяют тама. Только одно условие. Вы не должны с ними заключать никакого союза. И здесь в книге Судей мы читаем, находим очень интересную вещь. Что то, что израильский народ не стал до конца изгонять те народы, которые жили там. Да? Некоторые колена. А что еще сделали? По-еврейски поступили. Да? Они обложили их данью, потому что есть выгода от этого. Да? Оставить у себя определенное число людей, чтобы они за тебя работали, чтобы они за тебя что-то делали, что-то строили. И помимо этого, что они еще будут жить в твоих пределах, то это хорошо. Они тебе еще за это что? Платят дань. Прекрасно. Устройство. Но перед лицем Божьим это не очень правильно оказалось. А я зачитал, что пришел ангел и сказал, что это вы сделали. Друзья, это можно так сказать, Ветхий Завет говорит нам вот это. Но тут есть очень хороший пример, который хотел бы извлечь для каждого из нас. Почему? Потому что мы тоже с вами находимся на этом пути, только мы идем в небесный Ханаан, где будет ожидать нас тоже определенное место и определенная награда для каждого из нас, если только сохраним то, что нам преподано. Но Слово Божие говорит здесь, что Бог сказал о природных жителях или жителях той земли, которые находились, Бог дал четкое повеление, что должно быть это изгнано. И задается вопрос, а что же все-таки Господь через это место Писания, которое ты оставил? Потому что в Слове Божьем нету ни одного места, которое было бы написано или сказано Господом напрасно. Каждое слово, которое есть в Священном Писании, оно несет за собой определенное действие и определенный пример для каждого из нас. И задается вопрос, а на сегодняшний день, Господи, что есть такой этот природный житель и что есть полевые звери, которые могут умножиться против нас?
Мы иногда рассуждаем, мы чего-то ищем внутри себя, или смотрим кого-то другого, замечаем какие-то поступки или промечивость, и думаем, да это с ним так поступает, что-то у него непорядок, может ему надо покаяться или исповедаться. Но мы иногда забываем посмотреть внутри себя. Потому что наш природный человек, который нам предан от прародителей наших, от Адама, это ветхая наша натура, мы ее заставляем, не так, как говорит нам Слово, что Господь говорит нам, что говорит, вы умерли со Христом, и ищите теперь чего? Горнего, да? Наша плоть должна быть распята Христу. Так мы говорим, так мы учим, так мы проповедуем. Но иногда эта плоть, она слазит с Христа и приносит нам какие-то преустройства. И мы с этим соглашаемся и порой делаем так. Наш природный человек, наш внутренний человек или наша эта ветхая натура, она иногда нам приглаживается. Мы иногда ее используем в своих целях. Я найду такой пример. Почему? Потому что мы иногда свою плоть употребляем, и она нам платит дань. Она нам платит дань за то, что мы ее не распинаем. За то, что мы ей позволяем в нашей жизни проявляться. И я вам задам такой вопрос. Найду пример. Кто из вас никогда на детей не повышает голоса? Есть? Нету. Христос говорит в Слове Своем. Он говорит, научитесь от меня, ибо я кроток и что? И смирен сердцем. Очень интересное слово, то есть наш или вообще вся цель нашего служения Богу, Бог хочет от каждого из нас не просто довести нас до небес, да? Но Он хочет, чтобы мы в жизни своей могли отобразить Его, чтобы мы полностью были похожи на Его. По нашим поступкам, по нашим делам, по нашим разговорам, по всем нашим поведениям. Христос говорит, научитесь это от меня, чтобы вы были похожи так, как я, чтобы вы могли поступать так, как я, чтобы вы могли любить так, как я. И вы заметили, что в Слове Божьем мы не найдем, когда-нибудь Христос повысил голос на народ, который окружал Его. И вот этот природный житель, наш внутренний, наш природный человек, который нам дан этот характер, он иногда потит, он работает на нас. И он приходит в такой момент, вот у вас у всех было это в жизни, то же самое, это без исключения. Вот вы приходите домой, дети у вас дома, они шумят, они раздражают вас, да? И вы им вначале, как обыкновенно, как христиане, как родители, как должны подать пример. Вы подходите и говорите, дети, будьте спокойны. И пошли заниматься своими делами. И вы заметили, что обычно у детей реакции на это что? Практически нет. Они как шумели, но может, когда вы им к ним обращаетесь, а то они еще, может быть, там на полутон сбавят свою энергию. Но если вы сказали, отошли, они потом опять возвышаются. Да, и вы опять говорите, дети, ну пожалуйста, мы уставшие, нам нужно отдохнуть, мы пришли с работы, будьте потише. Никакого эффекта не бывает. Но когда только стоит зайти, кому-то, особенно из отцов, заходит в комнату детей, говорит, так а ну замолчите. И сразу же тишина. Природный житель поработал на нас. И чтобы это осталось в тебе, он еще и дань тебе заплатил. Дань это воспользовался, потому что ты произвел крик, а это природная наша черта, это наша адамовская натура, она поработала на нас. Мы произвели крик, который как христиану написано, что не должно этого у вас быть. И он вам заплатил дань, а дань заплатил тем, что дети сразу умолкли. Слово Божье говорит, не говори ему неправды. А мы иногда, особенно братьев касается, сестер это не так, но я говорю больше так к братьям и к молодым братьям. Обычно так, выиграл машину на акшене, да, кто из вас играет, покупает машины на акшене обычно, да, редко кто берет у дилера, то на акшене сыграл машину, быстренько ее подделал, что-то там на чуть-чуть, она может в смятку была вся, отрезал половину машины, новую приварил как-нибудь, подделал ее, и надо же продать. Ну, надо продать или надо? Надо, надо деньги заработать. Вложил же, теперь надо оправдать. Приходит, находишь покупателя, приходит, обычно приходят наши славяне. Славяне славянам продают. И по-братски. И говорят,
Ну, как машина хорошая? Ты знаешь, для себя делал. Деньги нужны, надо продать. А удар что, сильно было ударено? Да нет, чуть-чуть там. Колесо, крыло зацепило. Так чуть-чуть поменял, и все хорошо. Человек покупает, и мы его отправляем, и радуемся. Дань заплатил, друзья. Дань, природная натура тебе заплатила. С братом поступил по неправде. Потому что кому же из нас хочется, чтобы когда ты продаешь, приходит тебе покупать, ты говоришь, да тут я, она была в смятку, я пол машины обрезал, новое варил, то человек сразу встанет и скажет, подожди, я на такой машине не хочу ездить. Кто его знает, что по дороге случится, да? Но надо же это как-то приукрасить. И вот этот наш природный житель, он нам помогает в этом. Он за тебя проговорил, ты ему дал эту возможность, и он дань заплатил. Человек уехал, ты потер руки и деньги получил. И это оно происходит в жизни нашей. Даже самые подростки, своими с друзьями, с младшими братьями или сестрами, все это происходит одинаково. Это наша природная натура, она работает на нас, и мы порой не хотим с ней расставаться, потому что она нам выгодная для нас, потому что мы ее в определенный момент жизни нашей можем использовать для себя, чтобы она нам могла заплатить, чтобы добиться того результата, который мы с вами иногда желаем, чтобы он пришел быстро. То ли с детьми, то ли еще где-то, то ли на работе, то ли в собрании. Мы все это делаем, и мы это, пользуемся этими природными жителями. Но Слово Божье говорит, что говорит, ты с ним не должен заключать никакого союза. Почему? Да потому что в жизни твоей он тебе послужит огромной проблемой. Он станет тебе той петлей, той сетью ноге твоей, за которую ты не сможешь войти в небесную землю. Почему? Да потому что ты не будешь возрастать. Да коли ты не избавишься от неправды, да коли ты не избавишься от крика, да коли ты не избавишься от раздражения. Это все, что способствует тому, чтобы ты не шел вперед, чтобы ты оставался на этом месте. А нам кажется, это просто какие-то вещи такие, как должны. Мы иногда себе ищем оправдания, когда начинаются какие-то разговоры, и брат с братом или сестра с сестрой начинает о чем-то спорить, возвышает голос, и мы смотрим иногда со стороны и думаем, ну как можно так себе построить? А мы еще себе говорим оправдания. Ну принимай меня такого, как я есть. Вот такой я характер у меня. Служит наш природный человек на нас. Плоть нам дать. Но Бог говорит, еще в жизни нашей, или в жизни Израиля, были полевые звери. И полевые звери то же самое приходят и встречаются в жизни нашей. Они тоже приходят для нас, на нас. Почему? Потому что то, что есть, допустим, заметили, природные жители, это то, что жило там, то, что жили они на земле, которую Бог вел. Это то, что есть в нашем характере, да? А полевые звери, это значит, они что? Они приходят откуда-то, да? Они приходят извне. И вот наша жизнь тоже иногда приходит, да? Извне. Лень. Кто может сказать, что мы не ленивы? Я никогда не был ленивым. Да? Кто может сказать? Да нет из нас такого. Кто может сказать, что я никогда не гордился? Нету из нас таких. Друзья, но вот это вот то, что приходит нам извне. То, что на нас насылает вражду человеческую сатана. Потому что Слово Божье говорит, что дьявол, он ходит, как рыкающий лев. То есть зверь, ища кого поглотить, так же? Это очень интересно, мы иногда цитируем этот стих и говорим, что сатана, как рыкающий лев. Но тут есть очень интересный момент, о котором говорит Петр. Он ищет, друзья. Он никого хочет, поглощает. А он ищет, на кого способен это проявить. Оказывается, если мы с вами будем стоять в должном состоянии перед лицем Божьим, то если он к тебе подойдет и увидит, что ты стоишь на страже, он никогда к тебе не подойдет. Он будет от тебя убегать. И поэтому он ищет среди народа Божия тех, которые сидят, ведут беспечие. Они ведут себя в праздности. И он начинает посылать лень. А ленивый человек, он время, которое ему сегодня для нас отделено, он ничего не хочет делать. Он не хочет молиться. Он не хочет читать слово. Он не хочет сделать какой-то труд в церкви. Вы встречали таких людей?
Не видишь его месяцами, годами, не видишь, чтобы он приходил среди недели. Я не говорю воскресный день. Воскресный день мы все стараемся быть в собрании. А среди недели нету, 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 нету. А смотришь, появился брат или сестра среди недели на молитвенном служении. Смотришь, не пропускает молитвенные служения каждый день. А потом оказывается, когда молитва за нужды, поднимает руку и говорит: братья, сестры, помолитесь за меня. У меня большая проблема. У меня такие-то проблемы существуют, то ли в доме, то ли на работе. И смотришь, человека что-то подвинуло. Лень ушла от него. Да, потому что обстоятельства заставили человека. А Слово Господне говорит нам в Псалме, что помолится тебе каждый праведник во время какое? Благопотребное, друзья. Сегодня мы все с вами находимся во время благопотребное, которое мы имеем возможность запастись этим елеем благодати. Почему? Потому что там дальше говорится, что когда придет разлить оно, и вот, оно не потопит тебя, оно не коснется. А у нас, когда приходит проблема, тогда мы начинаем беспокоиться и говорить: Господи, помоги. А задается вопрос: а где ты раньше был? Почему ты не воспользовался тем временем благопотребным, который тебе Господь дает сегодня? Почему ты не заложил для себя это основание заранее, когда ты мог бы этого всего избежать? Почему? Потому что ты стал беспечнее в лени. А лень за собой ведет множество поступков. Оно ведет нас к дальшим другим грехам. И это воздействует на нас. Мы ленимся, мы не можем сказать. Да, допустим, звонит нам брат и говорит: можешь ты сегодня прийти там потрудиться на то или иное? Нет. А почему? Тебе лень на самом деле. Тебе лень, ты не хочешь. Ты пришел уставший, не хочешь что-то сделать, что тебе лучше на диванчик полежать или еще что-то. И ты лень. А чтобы ты же не скажешь: брат, прости, мне сегодня лень. Ну, никто из нас так не говорит. Или кто-то говорит. Обычно мы не говорим. И чтобы не сказать правду, мы всегда начинаем себе что? Искать оправдание. Я сегодня не могу, у меня жена приболела, у меня там дети болеют, или там у самого меньшего зубы режутся. Знаете, все, мы находим себе оправдание, это влечет все. Это то, что пришло извне, и оно повлекло за собой. Гордость. Друзья, гордость, о гордости можно говорить много и много и много. Мы читаем Слово Божье, да? Это есть множество, множество примеров. Это такие самые яркие. Бог говорит: Бог гордым противится, а смиренным что? Дает благодать, да? Но гордый человек, он имеет одну особенность. Вы заметите, когда вы встречаете гордого человека, они всегда будут с вами соперничать. То есть гордому человеку ты никогда не скажешь: брат, или там сестра, или друг, или там товарищ, тебе надо то-то, то-то сделать. Ты понимаешь, у тебя есть какие-то вот ошибки. Он всегда будет тебе вопреки говорить. Он никогда не согласится с тем, что ты его обличаешь или ему как-то хочешь помочь. Гордость, она мешает человеку увидеть себя со стороны. И он всегда себя кажется на высоте. Он все знает, он о всем может рассуждать, всем может дать совет. У него хорошее такое расположение, смотрит свысока на всех. Гордость, друзья. И опять же она приходит извне. Ее посылает враг души человеческой, потому что он отец этого всего. И это бывает, гордость, она мешает нашей жизни следовать за Христом. Вы знаете, и такой пример, может быть, кто-то даже испытывал на себе такое. Когда становишься за кафедру с братьев проповедующих, обычно, когда хорошую проповедь такую скажешь, да, и ты подходишь, о, тебя Бог благословил, ты, да, хорошо. А когда смотришь что-то, ну, не так очень, не вдохновенно сказал, и подходят: брат, сегодня ты... Да не, ничего, ничего, все хорошо. Человек, мы иногда, люди, не способны принимать, а то, что действительно. Потому что, когда хорошо мы сказали, когда Бог тебя наполнил, мы все, нас нос задирается, мы уже ходим высоко. А по большому счету, друзья, ведь это не наше. Ни мое, ни ваше. Бог тебе дал, Бог тебе вложил эту способность. Бог произвел в тебе действие, а ты это уже все действие приписываешь себе. И ставишь перед собой это в заслугу перед людьми. Да сохрани нас Господь, друзья. И еще одно. Обольщение. Иногда многие из нас находятся в обольщении собственной самоправедности. Вы встречали таких людей? Когда вы начинаете ему говорить: брат, тебе надо покаяться, тебе надо остановиться.
А вы всегда услышите ответ: ты посмотри на себя, посмотри на детей, на своих. Всегда такой человек, он найдет тебе, что сказать. Такой человек, когда он обольщен, только Господь может такого человека вывести с его состояния и показать ему действительно, что он находится в обольщении. Я пропускаю много мест, чтобы не задерживать вас, но в этом всем апостол Павел в послании к Колоссянам очень говорит хорошую вещь. Для каждого из нас, как же все-таки со всем этим, что у нас есть, как же нам бороться? Как с этого нам всего выходить? Потому что, понимаем, мы находимся на этом жизненном пути, мы идем в небесный ханаан, и нам надо что-то над собой делать. Нам надо каждый день что-то производить внутри себя, чем-то надо изменяться. Потому что Павел, он говорил, старайтесь о всем постоянно. То есть Павел о себе говорит: я, забывая заднее, простираюсь куда? Вперед. То есть получается в жизни нашей, если ты сегодня был в таком положении, то тебе нужно завтрашним днем быть лучше. Он говорит: поспешим к совершенству. На земле, друзья, совершенства не достигнем. Если кто-то, может быть, и сидит и говорит: я уже все знаю, я все уже достиг, я уже святой, обман. Вот это есть то обольщение, в которое ты попал. На земле до совершенства не дойдем. В вечности только будем совершенны. И вот апостол Павел, послание к Колоссянам, 3 главе, он говорит очень интересные стишки, которые хотел бы оставить для каждого из нас, что это есть пример выхода из нашего положения. Колоссянам, 3 глава, 5 стишок, или давайте с 1. Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога. О горнем помышляйте, а не о земном. Ибо умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге. Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе. И 5 стишок он говорит: итак. Или подводит итог. Итак, умертвите. То есть то, что в жизни нашей не должно никогда больше воскресать. Он говорит: умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть, любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления, которые вы некогда обращались, а когда жили между ними. И 8 стишок, друзья, для всех из нас, для всех, буквально для нас, этот стих Павел дал нам в определенное столение. Он говорит: а теперь вы отложите все. И что надо отложить? Гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших. Не говорите лжи друг другу, совлевшись с ветхого человека, с делами его. И облевшись снова, который обновляется в познании по образу создавшего его, где нет ни елена, ни иудея, ни обрезания, ни обрезания, варвара, скира, варба, свободна, но все во всем Христос. Вот такой пример или такой выход дает Господь для каждого из нас. Почему? Потому что есть определенные вещи, с которыми мы можем расстаться раз и навсегда. Но есть те вещи, о которых Павел говорит: это вы отложите. Не всегда мы имеем способность отложить наш крик, отложить наше раздражение, оставить сразу. Не получается у нас. И поэтому Бог говорит израильскому народу, говорит: за один год вас я этого не сделаю. Я это буду делать год за годом. Доколе вы не возрастете и не увеличитесь числом. В жизни нашей всегда происходит борьба двух начал. Всегда идет есть война между плотью и духом, друзья. И вот Господь говорит: покуда ты не возрастешь духовно, вот эти вещи ты не сможешь сразу их побороть. Тебе их нужно отложить, научиться отлагать это. Мы все привыкли, когда мы пользуемся какой-то определенной вещью, а потом отлаживаем в сторону, она находится на стороне, мы ей не пользуемся месяц, два, три, четыре. Потом, когда находим эту вещь, смотрим, и она нам что? Порой бывает что? Непригодна. Мы что ее делаем? Выбрасываем, друзья. Павел дает нам конкретные правила, как надо поступать. Если ты гневаешься, отложи на время гнев свой. И когда придет раз, два и три, если ты сможешь его отложить, то придет то время, когда ты скажешь: да он мне не нужен. Если есть раздражение, то же самое сделай. Ну и опять-таки же, друзья, просто это так не бывает. Ко всему этому надо приложить усилия. Ко всему этому надо приложить усилия. И книга «Исход» нам говорит очень определенную вещь, хорошую вещь. 17 глава книги «Исход».
Я буду заканчивать. Вы помните, когда израильский народ вышел из земли египетской, они двинулись, и вот однажды, и была такая народность Амалек, помните, да? И вот Амалек делал определенную вещь, о которой Бог сказал, что этот народ я полностью из Поднебесной вычеркну. Помните тот случай? Израильский народ двигался, и были такие, которые ослабевали на этом пути. И вот Амалек приходил, и сзади их что? Поражал. Поражал. И вот пришло однажды такое время, когда Бог говорит, что выйди и сразись с ним. Выйди на сражение. И тут очень интересный есть пример, как же нам в жизни нашей бороться со всеми этими нашими природными жителями и этими зверями, которые приходят на душу нашу. В 17 глава книги Исход, 9 стих, такие слова говорит. Моисей сказал Иисусу: «Выбери нам мужей и пойди сразись с амаликитянами. Завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет в руке моей». И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, пошел сразиться с амаликитянами, а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма. И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки свои, одолевал Амалек. Но руки Моисея отяжелели, тогда взяли камень, подложили под него, и он сел на нем. Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с одной стороны, другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения слова солнца, и низложил Иисус Амалека и народ его острием меча. Вот такое повествование говорит, и из этого есть очень глубочайший пример для каждого из нас, братья и сестры. Дорогая молодежь, есть очень прекрасный пример о том, как нам нужно все-таки в жизни нашей поступать. У Иисуса Навина в руках был меч, который был способен воевать. Но оказывается, для борьбы или для победы одного меча недостаточно. Мы все понимаем, что Слово Божье говорит, а теперь вы возьмите меч духовный, который есть что? Слово Божье. И мы порой с вами знаем Библию, можем ее цитировать главами, можем ее кому-то рассказывать, кому-то по памяти цитировать те или иные стихи, но иногда этого недостает, и мы все-таки находимся с нашими пороками на стане. Недостаточно знать только одного слова. Поэтому Моисей говорит Иисусу Навину: «Иисус Навин, ты иди сражайся там на поле, а я, Аарон и Ор, зайдем на холм, зайдем на гору, поднимем жезл и будем возносить еще при этом молитву нашу к Богу». И поэтому Слово Божье говорит, что сегодняшний день, мы с вами живем в трудное время. Живем в трудное время. Почему? Потому что мы всеми с вами находимся в таком положении, мы сильно расслабились. И Господь говорит, что тебе для того, чтобы побороть внутренние твои эти недостатки, пороки, эти природу твою, характера, ты должен приложить усилия. Того, что ты знаешь Слово Божье, этого мало. Для тебя нужно еще, чтобы была тайная комната, куда ты мог бы зайти, затворить за собой дверь, встать на колени и сказать Богу перед лицем Его, так как оно есть. Поднять руки свои к небу и сказать: «Господь, у меня есть множество пороков и недостатков, от которых я не в силах избавиться. Я не могу победить в себе раздражение. Я не могу победить в себе крик на детей своих. Я не могу победить в себе эту ссору, которая живет во мне. И только с помощью этого Господь выйдет тебе навстречу. Ты будешь, может, знать слово, ты можешь его цитировать, можешь цитировать день и ночь, но от этого победы не придет, если ты к этому еще не приложишь все свое старание и не возвысишь голос Богу живому». И иногда, друзья, в жизни нашей этого мало. Почему? Потому что Моисей стоял здесь, держал один, ему не хватало сил, руки его опускались. И в жизни нашей тоже приходит такое же состояние, когда мы не можем что-то сделать сами. Нам нужен тот, который был бы способен вместе с тобой подвязаться в этом деле, сказать, прийти то ли мужу, то ли сестре, то ли
брату, разницы нет, сказать: ты видишь, во мне есть недостаток, помоги мне в моей проблеме, подними вместе со мной этот зов к небу, чтобы твоя милость была Божья надо мною. Я устал от этого внутреннего состояния своего, и желание моего сердца только иметь спасение в Господе, дойти до небес. А если этого у нас нету, друзья, то у нас беда, а смерть обязательно придет, а Малик тебя настигнет, и ты будешь лежать избитый, искалеченный, подобно этому самарянину, который лежал, это разбойниками побитый человек. Друзья, да поможет нам Господь, чтобы помнить, что то, что говорит нам Слово Божье, оно написано не зря. У Слова Божьего нету таких простых слов. Все дано в какой-то пример, в какое-то наставление. И здесь очень хорошо прочерживается одна черта. Помимо этого, слушай голос мой, говорит Господь. Поступай так, как я хочу от тебя. Христос говорит: научись от меня кротости и смирения. Павел говорит: подражайте мне, как я Христу. Друзья, с этого человека можно было брать пример для подражания. И сегодняшний Господь говорит, особенно нам, старшему поколению, вам, седовласым, Бог говорит, что от вас должны учиться молодое поколение, чтобы молодежь, видя на нашу жизнь, видя наши поступки и действия, которые мы совершаем в жизни, могли перенять этот опыт. А если мы с вами находимся в беспечии и праздности, и опустили руки свои, и не желаем ничего делать, потому что лень, или еще какой-то зверь одолел тебя сегодня, то как может молодое поколение, которое сегодня находится среди нас, устоять в этой трудной борьбе, которая приходит в каждом дне? Друзья, как мы можем это молодое поколение научить правильно искать Божье, если мы с вами не находимся в должном состоянии перед лицем Божьим? Они могут нам предъявить свои требования и сказать: где тот Бог, о котором вы рассказываете, о котором вы проповедуете, где вы чудеса и знамения, которые он совершал некогда в жизни вашей молодости? Покажите мне его сегодня. И что мы можем с вами дать им сегодня, друзья? Поэтому Господь призывает твое и мое сердце, чтобы ты стал на стражу, чтобы ты был действительно воин Христов, который будет способным стоять, показывать этот пример молодым, как надо правильно бороться с теми пороками и недостатками, которые есть в тебе, как правильно надо побеждать свою природную натуру, как правильно надо служить, как правильно надо поклоняться. Если мы будем в должном состоянии, друзья, нам не нужно будет что-то определенное делать, мы будем просто склонять свои колена и благодарить Бога. И та молодежь, которая находится среди нас, она увидит, что с нами действительно есть Бог, и не скажет: мы хотим служить этому Богу, потому что Он живой и действенный. Да поможет.